Вот так выглядит взрослая обезвоженная корова. Плюсы обезвоживания. Не бодается в стадии, нету травм. Ну и вас никогда не боднет. Так, а вот так это выглядит спустя неделю. И неделю назад рожки убрали. Ну, единственное, что из минусов, они, наверное, на недельку привеса теряют, не так активно набирают. Это быки. Зато я потом не буду бояться заходить к ним. Ну, не то, что бояться, переживать, что кто-то может быднуть, либо друг друга, либо сами себя. Можно ставить плотненько, никто никого не разбодает. Да те же поилки хотя бы не долбят. Это неделя. Ну и вот это уже месяц назад было все сделано. Практически все зажило. Нету ничего. Совсем немножко, если приглядеться, видно. Вот с этой стороны. Все, ничего не растет.